Так, тут где-то была мышка. Привет, зрители. У меня сегодня совсем случайно случилось записать мунбанг на таймлапсе, потому что рука, видимо, дрогнула, и у меня с режима видео оно перебралось куда-то в другое место. Так. Так, у меня еще и HDR был включен. Хотя я вроде на этом, на планшете поменяла все. Тут где-то, короче, лежит мышка. Я сейчас шла выливать ведро. И смотрю, кошка шарахается. Думаю, может, она кого поймала, но не видно. Обратно пошла, наклонилась, а там мышка. И она шевелится. Хвостом тут своим не шарахайся. Я хочу ее увидеть в камеру. Может, я не туда направляю. Где эта чертова мышка? Мышка. Кошка, ты тут трешься? Так. Где она? У меня с Вериком беда. Сосед не в кондиции. Можно бы попросить родственника, но в прошлом году, когда я его просила, он усиленно не помнил. С другой стороны, хочется сказать, за наш халявный рой можно было бы и заклеить мне камеру. Где она, эта мышка? Вот она, по-моему. Кошка, ты сама не жрешь и мне заснять не даешь нормально. Сейчас на гамак сяду тогда. Я хочу заснять эту мышку. Потому что она, в принципе, еще живая. Но я что-то не могу на нее, на это, через камеру увидеть ее, где она, черт побери. Мышка. Так. А вот она вообще в другом месте. Ладно, хрен с ней. Вот она, мышка, наконец-то я ее обнаружила в этой траве. Мышка рыженькая. Я еще когда уходила, говорю, кошка, говорит, о, шевелится. Я говорю, тут же мышка, мышка. Я ты ее не съела. И она лежит, вдруг убежит. А это что-то меня увидела, стала ласкаться. Ты мышку жрать собираешься? Сосиски кусочек съела, от картошки отказалась, от сыра отказалась, а молока не стала пить. Дятел где-то стучится. Ну, у меня летом всегда тут две проблемы. Либо кататься на велике во всякие странные места, либо сидеть на гамаке, потому что одно и то, и другое обычно вместе редко получается. Жалко, я в третий приезд не могу съездить в Хамино-Степаново и в Прилуки. Я хотела съездить, соседка ездит купаться, я хотела тоже съездить покупаться вместе с ней. Так. Придется мунбанг озвучивать, который на 5 минут в итоге вышел. Я еще думаю, блин, неужели я так быстро пожрала? Покушала. Мышка. Мышка. Мышка, ты бы могла убежать, потому что это потеряло к тебе интерес, походу. Ладно, мышка. Другая камера у меня разряженная. На телефон я снимала, сейчас пошла за этой, на ту зарядить. На ней лучше приближение. Там моя Алиска сидит. А где-то эта сволочь, которую туда загнала. Да, может, нельзя кошку сволочью называть. Но вот кошка соседская приходит и гоняет эту вот. И ладно, просто гоняет. Так она же в дом ко мне заходит. И ведет себя, как у себя дома. Сволочь. По-другому не назвать. Сейчас 25 в теньке. В жизнь бы не подумала, что кошки могут друг друга гонять на крыше.
Я еще услышала, что по стене такие шорохи. Так поверить не подумала, что действительно по стене они ее друг друга загнали туда. На вчера вот, вот по этому столбу лазала. Я думала, она там лазала чисто потому, что птички в гнезде. Но она, оказывается, туда лазала, чтобы залезть вот на крышу. И вот она слезть, я так понимаю, не может, потому что рядом где-то ошивается эта чертова кошка. Смотрите, другой шорт. Предыдущий, наверное, шорт. Постараюсь его залить перед этим видео, когда буду в городе или где-нибудь будет сеть, потому что велик у меня сломан. Кто может сделать, не в состоянии. А еще кто может сделать? Я думаю, меня не послушают, и надо ждать человека завтра, чтобы послушал свою старшую сестру и помог мне. То года два назад он вроде как обещался мне помочь. В прошлом, по-моему, году. И в итоге я неделю жила и пришлось идти к соседу. Вот, необязательный такой человек. Ну, точнее, как, я думаю, если племянница попросит, это не то. А если сестра попросит старше, то, наверное, больше шансов. Вот, кошка. Вообще. А у меня тут медогонка запчасти сушится. Утихомирились. Куда-то эта козень спряталась. Вообще, обалдеть. Кошка на потолке. Алиска, как слезать-то будешь, а? Ну, она как-то уже на крышу лазала, по-моему, в первый вообще год, когда приехала еще. Котенка была тут. Новый уровень буллинга кошки кошкой. Ладно, просто на дерево загонять, сама сидеть снизу. Ей, по ходу дела, там нормально.